Привет, друзья! Это обзор готовой еды, порция, купленная в магазине Lidl, 330 грамм. Что у нас здесь? Chicken, cashew, nuts, рис и подливочка. Открываем, смотрим. Тут у нас рис, тут у нас подливочка. Если посмотреть сбоку, ну так, тока-тока, чтобы не остаться голодным. Так, значит, стандартная цена в Lidl 2,70 что-то там, короче, до 3 евро. Была скидка 95 центов. Куплено, сейчас закипятим, посмотрим. Ну, не закипятим, микроволновочку поставим. 3 минуты в микроволновке написано и готово. Кстати, 3 минуты при температуре, точнее при мощности 800 ватт, мне кажется, это много. Так, на обратной стороне упаковки написан способ приготовления. Значит, два способа. Или в микроволновке надо проткнуть в 4 местах дырочки в пленке и на 3 минуты поставить на 800 ватт. Или можно переложить содержимое в кастрюльку, 3 столовые ложки воды добавить и нагревать на огне до горячего состояния. Если мы сюда добавим 3 ложки воды и погреем, или не добавим, и в микроволновке вкус получится разный. Мне кажется, что в кастрюльке будет вкуснее. Но кастрюльки у меня нет. Будем греть в микроволновке. Так выглядит наше блюдо после 3 минут в микроволновой печи. Сейчас откроем и посмотрим. Сделал по 4 удара вилкой в каждый отсек. Попытался открыть за язычок, вот за этот потянул, вообще не открывается, придется резать ножом. Ну вот так выглядит после открытия. Рис пахнет рисом, а вот эта жижа не пахнет ничем. Рис пахнет рисом, а это не пахнет. Так, теперь как бы нам вот это туда добавить, попробую сломать. Ну вот за кадром вот так вот сделал. Сейчас туда содержимое перелилось. И попробуем размешать. И покушать. Ну, кусочки мяса тут даже есть. Ну-ка. Ну, ребята, еда годная, кисло-сладкий соус, ну такой очень сладенький, орешки кешью от длительного пребывания в соусе размякли немножко, ну хрустят, но такие уже как размякшие. Курица со вкусом курицы и паприка тоже чувствуется, так что весьма сносно, за 95 центов можно брать, за 3 евро, ну тоже можно брать. Во всяком случае, наверное, будет поинтереснее, чем какой-нибудь гамбургер. По пятибалльной системе 4. Блин, чего бы еще поесть? Пу-пу-пу.